Макет чайной ярмарки 18-го столетия – гордость Иркутского музея чая. Инсталляция дополнила обновленную экспозицию, в которой можно увидеть около 100 наименований чая и еще десятки аксессуаров, связанных с чайными церемониями. Для посетителей, у которых главный источник знаний – интернет, приготовлено особое предложение. В музее чая установлено специальное оборудование. С помощью одного клика по экрану монитора можно узнать всю информацию о становлении чайной церемонии в России. В новой экспозиции также представлены некоторые эксклюзивные предметы. Например, это плитка чая. Ей около 100 лет. Когда-то такие плитки прессованного чайного листа продавались в лучших лавках Парижа, Варшавы, Москвы и Санкт-Петербурга. Другая часть выставки посвящена месту Иркутска в истории чаепития. С 1938 по 1996 год Иркутская чайразвесочная фабрика была крупнейшей в стране. Здесь расфасовывали до 80% чайной продукции, поступавшей на отечественный рынок. Сортов чая неизбалованный советский потребитель знал два – грузинский и индийский, или знаменитый чай со слоном. С удовольствием пили чай со слоном. А где можно увидеть эту пачку чая? Ну, может быть, у кого-то еще такая пачка чая где-нибудь на полке стоит, но можно, конечно, увидеть в нашем музее. Можно увидеть образцы чая, которые поступали к нам еще в конце 19-го, начале 20 века. Можно узнать, какой чай назвали капорским чаем. Можно узнать о церемонии чаепития, какой чай любили пить в Иркутске, в каких слоях общества. Впечатление от знакомства с экспозицией скоро планируется усилить интерактивом. Это будет интерактив первого сорта, крепкий, насыщенного цвета и с дымком. Для посетителей будут устраивать чайные дегустации. Артур Харламов, Александр Мокин, новости сейчас.